Дорогие друзья, всем здравствуйте. У нас сегодня будет очередной батл с Серегой Аурумом. Привет. Привет, привет. Вы видите, в чем мы, ребят? Это у нас скины в реальной жизни. У меня сегодня классическая Нита, а у Сереги сегодня Нита Панда. Ну что сегодня вообще в целом? И мы хотим забатлить с ним на сундучках. У нас, посмотрите, сколько сундуков, офигеть. Сколько у тебя бигбоксов, кстати? 400, бигбоксов 30. А у меня, ого, у меня 70 бигбоксов. Ребята, у меня больше немножко сундуков. Так, бигбоксов на порядок. Но у меня меньше бравлеров. Покажи, сколько у тебя бойцов. У меня 17. У меня 26, ребят. Короче, хрен его знает, у кого шансы больше-меньше. Не получается найти одинаковые аккаунты. У Сереги на канале тоже только что прошел батл, ребята. Но батл, смотрите, с интересным таким наказанием проигрывать. Прям жесть, как не хочется. У нас, смотрите, мы сейчас открываем сундуки по классике жанра. Чем больше выбиваешь бойцов, тем больше зарабатываешь баллов. Ну, чуть попозже про баллы. Проигравшему, что нужно сделать? А ничего не надо сделать проигравшему. Проигравший будет получать, а получать он будет музыкального лося. Если кто не знает, что это, идите загуглите прямо сейчас и вернитесь на видос. Друг, как все мне ясно стало. Вот музыкального лося будет получать проигравший. И самое смешное, он будет получать его вот в этой шапке, который проиграет. Ну это, блин, это прикольно. Поэтому, кто из нас получит лося, вы узнаете, когда посмотрите мой видос до конца и видос Сереги по ссылочке в описании. Переходите, смотрите. И теперь по баллам. Значит, у нас редкий боец 1 балл получает, тот, кто выбивает его. Потом второй боец, это сверхредкий, 2 балла. Потом эпик 3 балла, мифик 4 балла. И лего у нас дает 10 баллов. Вы, зритель, обязательно подсчитывайте все эти баллы, потому что мы не будем за этим следить. И в комментариях пишите, кто победил. Но опять же, напоминаю, что надо посмотреть 2 видоса, потому что у него там другие аккаунты открывали, здесь у нас совсем левые. Ну что, ребята, я вас очень прошу поставить мне лайкос на удачу, потому что, ну, чтобы мне не пробили, что там, фанеру, там... Поехали. Давайте, если... Кто не любит Аурума, чтоб ему лося сделали, давайте лайк под... Я шучу. Я шучу. Так, сейчас мы чуть-чуть экранчик поменьше, то у меня не видно сейчас. Вот так вот. Ну, ребят, рамка немножко не сходится, потому что у меня планшет новый, а рамки старые. Поэтому чуть-чуть немножко не сходятся контуры. Так, ну что, надо делать максимально... Максимально быстро. Что? Так, у нас немного багает связь, если что. Да, ребята, у нас Discord сервер. Мне выпала спасибочка. Ну, Discord сервер, ребят, часто пропадает. Вы знаете, у меня со стримов такая тема. Пассивка, yes, of course. Так, блин, 500 хорош. Боксов, охренеть. Я хоть скрин сделаю, блин, классно. Кстати, ребят, я совсем забыл сказать. Парень, который дал мне аккаунты, просил оставить на него ссылку в описании. Так что ссылка будет тоже в описании, там ищите. Вот, и подписывайтесь на него. Спасибо, кстати, ему. Вот. Сейчас назову его поименно, чтобы он... Вова Исаев. Если чё... Что там? Ты меня не слышишь, да? У нас все-таки лагает. Короче, да, это Дискорд, блин. Дискорд. Так, ну что, как делы там? У тебя все-таки персов поменьше. У меня вообще что-то в этот раз вообще ничего. Ты на моем канале, на моей территории. Блин. Так, пацаны. И пассивка тоже не входит. Что? Пассивка тоже как бы не считается, так что подожди. Да, ну да, кстати, пока да. Друзья, давайте покажем Сереге, как мы можем. Подпишитесь, поставьте лайк, я не знаю, там поддержите, чтобы это было прям, ну, сильно, сильно, чтобы он такой зашел на видос, такой, воу, нифига, вы... Шо, выпало что-то? Нет, я просто типа зашел на видос, я просто... только что, ты в будущем зашел на видос только, да? Вот так вот, ребят, чтобы было у него. Воу-воу-воу, такой, знаете, нифига, откуда лайкосов столько? Опа! Кто-то реально только что поставил лайк и подписался. Не гони. А кто хоть выпал? Дэрил. Ага, сверхредкий. Ребят, ну вы можете побольше. Вы можете побольше поднакинуть, если вот сейчас каждый из вас вот прямо сейчас подпишитесь, поставите лайк, то кто-то из нас сейчас тупо должен дропнуть легу. Мы, кажется, вообще минимум внимания обращаем на то, что мы в шапках. На самом деле, ребята, сидеть в них не очень комфортно в квартире. Это прям жарковато. Представляете, вот это все тут синдипон или что тут набито, оно, короче, жарко. Трэш как. Но это плюс к удаче, понимаете.
100%. А так. Еще плюс к удаче — это подписаться на оба канала и прожать лайкот канала. Да, ну и плюс посчитайте, кто же, блин, проиграл. Потому что, ну, ты здесь вот принципиально важно, кто проиграл. Обычно нам пофиг. На самом деле мы сейчас сами не знаем, да, сколько у кого баллов. Ну, то есть ты так точно. Ты же не знаешь, кто мне еще выпал. Да, ребята, это танцы, детка. Что там? Ребята, вот видите, кто подпишется в эту же секунду на нас? Так что там выпало? Это мифик, детка. Это мифик. Да, ребят, я знал, я верил в вас. Он так и будет воу-воу-воу говорить. Поверьте мне. Так, сколько у тебя сундучков? У меня уже 394. Сколько? 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 У меня 300. Говори, 305. Говори. Блин, жалко, что 5. Нифига себе, ты просто быстренько исправился. Я думаю, блядь, нет. Я думаю, просто понимаете, я думаю, как образованный отвечает, не знает шуток про тракториста. А тут раз, ты здесь подстава. Да, так, ну блин, ну ты перегоняешь меня так нормально. У меня 50 на 50 боксов больше было. Блин, у меня еще бигбоксов много прям. Ну слушайте, ребят, ну надо порвать, надо порвать. Ну, чтобы вы понимали, шансы вам кажется, что там равны или я выигрываю. Но вы не можете этого знать, пока не посмотрите предыдущий видос. Ну, предыдущий видос для меня, для вас он может быть... Потому что предыдущий видос, точнее вот... Для вас он... Видос на моем канале нужно посмотреть прям полностью. Да. Потому что в конце видоса мы с Ваней немного подохерели. Ну, я так точно. Да. Поэтому для вас он может быть следующий этот видос, не предыдущий, поэтому, ну, чекните. Ну, оно того стоит, потому что, ну, блин, шарим, умеем, могем. Так, того у нас, у меня с... Сейчас, скоро будет меньше 300. А, меньше 300? Блин, я уже 250 приближаюсь. Ну, у тебя очень много бигбоксов, поэтому ничего страшного. Почему это ничего страшного? Наоборот, мне надо перегонять тебя. Опа-па, перегнал! Это кто-то только что перешел на мой канал и подписался. А что, эпик? Эпик, небось. Да, чувак, это первый, кстати, эпик на этом маке. Пэм. Ну, блин, ну она должна была упасть. Кто-то же из эпиков по-любому должен падать. Ну да, блин, я так думал тоже до конца видоса у тебя, пока... Так. Друзья, продолжаем, не останавливаемся. Дроп пополняется только после пополнения подписки на канал. Успей подписаться до 3 миллионов на наши каналы, чтобы испытывать везение на протяжении года, до конца года. Осталось не так много до конца года. Ну, отличный бет, мне нравится. Я сейчас подпишусь. Подождите секунду, пойду на холдик. Давай бэриком. Все, я подписался. От души. Вы последуйте тоже моей мать. Нет, можешь не сомневаться, если до 3 лямов успел, все. Вообще замечательно. Ребят, не, реально, за это все-таки, да, подписку, лайк. Не, ну, хотя бы однозначно лайкос влепите за старания парням. Как-никак полштуки они нафармили боксов. Это, блин, до хрена. Поэтому, ну, знаете, копили и дали нам. Да, вот. У Сереги там хоть и меньше сундуков, но поверьте, там не хуже получилось, там вообще прям именно интрига такая, что я прям не знаю, прям, ну, это ж надо было именно так, чтобы все произошло. Короче, чтоб не буду спойлерить, лучше чекните. Так, 183. Так, 216. О, то, что надо. Отлично, да. Так, ну шо, с последнего раза, когда я выбил Лего, я тебе что-то говорил, нет? Что? Да ладно, успокойся, все нормально. Все ребята такие смотрят на экраны такие, что? Где, как? Когда Лего было? Ну просто... Ребят, вам придется поперематывать это видео, но...
перейти по ссылке, да, и там посмотреть, но надо понимать, что это, ну, надо досматривать. Но все равно есть кто досмотрит, конечно, будут те, кто потайм... Я вообще обожаю людей, вот, чувак, если ты досмотрел до этого момента, сейчас у нас, ну, где-то минут 9-10 уже, да. Блин, ты огромный красавчик. Да, вот просто знай и слушай это, понимаешь, этого не будет в таймкодах, в таймкодах напишут, когда выпало лего или еще что-то, а ты слышишь это, и мы ты тебе красавчик. Респектуем вообще от души. Те, кто вот смотрит реально видосы полностью, их реально не так много, я убежден, но они самые-самые топовые. То есть они просто топчики среди топов. Это они не даже... просто заходят посмотреть, там, знаешь, мне иногда говорят, типа, а я зашел 2 минуты, посмотрел, ну да, я понял, а в итоге он ничего не понял, потому что досматривать надо. Конечно. А вот есть такие вот у нас на каналах, которые реально каждый видос и всегда до конца. Вот вообще это вот вы лучшие просто. Благодаря вам вообще держатся наши каналы, отвечаю, ребят. 100%. 100%. Итого 92. А, я думал, у меня когда меняешь темп голоса, у меня сразу глаза круг. Итого, я такой. Не, ну плюс лего на твоем канале, на моем это 20 уже как-никак. Ну да. Чтобы вы понимали, он не хочет лося. Не, реально, если было без наказания, типа как-то, ну, не волнительно было, а так. В смысле, как? Да ну нах, не-не-не-не. Не, ну, возможно, мы как бы типа волновались, но на деле реально никто не хочет лося, то есть, потому что, ну, типа... Да, ну, понятно, типа, камон, как-то ты... Еще ж надо, чтобы это было нормально, красиво, а может не с первого дубля получиться, а камон, а надо. Чувак, готовься, блин, готовься, потому что... Шо? Что? Что, блядь? Нет! Эпик. А, бля, я думал, Спайк, ты что, не надо, не гони. Нет, так что, Эпик тоже вполне себе нормально. Не, не страшно, Эпик, не страшно, что ты, кого ты пугаешь? Подожди, сейчас... Эпик 3 или 5, или 4? Эпик 3! А, блин, это топ, ты... подожди, реально, 3 Эпика, это только 9? Ты? Да. Блин, ты подожди, да... но тебе опять же нужно еще только Лего быть. Ну ты, наверное, забыл, что у меня еще 70 бигов. А сколько у тебя обычных сейчас? Обычных? Там уже 24 осталось. Серьезно? Ну подожди, как 24? А у тебя? 130. Я просто бесперестану их открываю. Блин, ну ты ничего не падает, поэтому. Так кто тебе такое сказал? Ладно, я сейчас применяю ультраскорость. Все, у меня скорее читы пошли. Я ввел чит на Лего, все. Итак, ребята, есть. Все, маленький закончил. Что у нас? О, да тут еще в ленте, тапот. Можешь не сомневаться. Вот осталось у нас. Мне нету 3 лег, чтоб ты понимал. Ты понимаешь, что если мне что-то дропается, это дропается твоя смерть. Ну, в шуточной форме. Не дропнется тебе, что тебе может дропнуть? Ты что, дропнулась, уже осталось у меня на канале, так что сорян. Все же могло дропнуться. Все, пацаны, запомнили это? Как там, щеняк, зафиксировали? Давайте вы в этот момент поставите все лайкос. И потом напишите в комментариях, что нам там, как там дела, Аурум, а так. Не понял. Блин, я тебе тоже передам привет, если вдруг это играет. Блин, а бигбокс... Слушай, у меня сейчас 100 сундуков, сейчас еще мне она дропнется, погоди, бро. Блин, бигбоксы так быстро открываются прям. Я, наверное, вот так вот сделаю экранчик, ребят, немножко, чтобы, блин, черный край все-таки бесит. Так, ну что там, а у тебя сколько бигов, напомни? Да тут понты. 30. А, ну все. Понятно. Звони Вове. Бам! Бам! Сюда! Серьезно, блядь? Алло, ты здесь вообще? Нет, это не связь, я просто хотел послушать твою реакцию. Да, серьезно? Он не верит, я его сейчас настолько раз запутал, что он не понимает, мне выпало что-то или нет. А вот... Белая Нита уже кирпичей, короче, наложила. Так правильно, это по делу. Что правильно, так что у него выпало, ребят? Чуваки, напишите в комментариях, что у него выпало. Жалко. Придите ко мне на канал и напишите, что у него... Понял, ты меня заставляешь видос сейчас. Я предлагаю этот видос на премьеру, потому что... Это на просмотр видоса. Ребят, вы понимаете, что я сейчас не вижу, что падает ему, понимаете? Вот он вот там вот сидит, вот этот наглый красный чувак в некрасивом костюме, а я в красивом, понимаете? Ты должен подписаться, дружище мой, ты должен это сделать. Сейчас как?
Ты должен подписаться на канал, короче, все, давай. Так, ну что, мы будем продолжать или мне на этом завершать ролик? Блин, меня забейтил или нет, чуваки? Знаешь, как будто мы сейчас на стриме сидим, и ты ждешь, когда тебе в чате ответят. Так я, да, я жду коммент. И давай, давай на премьеру эти два видоса. Давай, не вопрос, это реально интересно. Это бейт на чат. Блять, как написать, как написать, как написать? Спонсорку, похер, сейчас... Кстати, блин, если ребят, ты еще не оформил спонсора, оформи спонсора, блин. Да. Вот смотри, ты там сейчас не можешь писать чате, может быть, вдруг. Смотри, там спонсорка, она стоит, ну да, дороже, чем у Аурума, да, ЧСВ, да, продался, да, не хватает денег, да, да. Но на самом деле... Не хватает денег. Но на самом деле... Не, ну... На самом деле, чат для спонсоров — это крутая штука. Для вас там куча разных плюшечек скоро будет. Эмодзи авторские. Ни у кого таких нету. Ну, может, у кого-то есть. Эмодзи авторские? Да какие? Ну, это такие, как у тебя, только у меня авторские. Я их просто подписал. Да, подожди, дай я угадаю. Что, какого что? Какого дизайнера ты это придумываешь? Можно вопрос? Ну, блин, слушай. Вот так вот, так вот и живем. К тому, что у меня пилится сейчас точно такое же. Да? Ну, оно, наверное, другое, я надеюсь, блядь, будет. Не, ну на данный момент у нас одинаковое, это я видел. Вот, а дальше я не знаю, ну надеюсь. Не, ребят, там на самом деле спонсорку, когда оформляете, что у Сереги, что у меня, вот сейчас можете сгонять к нему на премьеру, вот, там между спонсорами розыгрыши будут крутые, причем уникальные, где не будут таких конкурсов нигде. Вот именно только на стриме, именно только для спонсоров. Это не то, что там в видосе где-то все могут участвовать, а только спонсоры, только на стриме. Если это кому-то интересно, то идите, конечно же. Да, ты же делаешь розыгрыши для... Ну, я видел, ты делаешь. Естественно, естественно. Я еще ни одного не сделал, но я сделаю. С самого первого дня, как только это ввелось, типа, как только... Да, да, я знаю, знаю. Минимальную спонсорку, сразу начал фигачить. Вот, я еще ни разу не делал, ну, вы можете не сомневаться. Просто я сейчас пока еще разберусь с этими спонсорками, я еще не особо шарю в этом, но я сделаю. Кто оформил, не пожалеете. Так, короче, ну это жесть. А ты начал биги открывать, напомню? Ты уж закончил открывать. А, ты закончил открывать? Да у меня еще лента. Короче. Иди. Купил спонсорку, выпала Лего. Кстати, нормальная тема. Последний бокс остался. Блин, слушай, а вообще, знаешь, что мы неправильно сделали? Офигеть. Почему? По ходу. Что не а так? Я не ввел код самый, из которого ввод. Смотрите, я ввожу код, и сейчас падает Лего. Бля. У меня читы, сорян. Ну ладно, ладно, давайте проверим. Все, вол, ввел код. А ну поехали. А ну реально проверим. Но это не Лего, но это... Да ладно, выпало что-то? Да. Ах ты ж, бейтер! What the fuck? Но он работает в связке, он работает в связке с подпиской на мой канал. Ну да, кстати, кто-то подписался, и синхронно я ввел код. Поэтому подписывайся, вводи код Аурум, и сразу все. И тупо у тебя, блин, ну реально эпик, на ваши глаза. Охренеть. Мне ничего не падало, сундуков 150, по-моему. Блин, я аж боюсь дальше открывать. Ну ладно, давай. Так, чтобы вы понимали, ребят, ну это трэш, а ну погнали. А ты путь славы, да, собираешь? Или? Да, я путь славы собираю. А у тебя есть на пути славы что-то? Я не знаю, сейчас посмотрю. А ну? Блин, а у меня вообще путь. Ну ладно, открывай, потому что у меня все-таки... А ну попробуйте, может кто-то спонсорку не оформил или не подписался. А ну вот, чтоб выпало, чтоб... Ну, отвечаю, ребят, ну на удачу чисто. Не, насчет спонсорки, ребят, не, без обид, все. Я на самом деле, это ваш выбор, ни в коем случае не заставляю. Не... Это вранье, Лего не выпадет, если спонсорку оформишь. Это байт. Не, ну, подписаться еще ладно, но, бля, ну спонсор. Да ладно, да я фиг, я со всех эпик. Блядь, чтоб вы понимали, вот там по ссылке в описании происходила тоже какая-то метаморфоза непонятная, короче. Бля, ты что творишь, а? Я вспотел, бедная моя, это, зверушка на голове. Ты да, блин, надо простернуть будет после этого. Так, ну что, блядь, я читал комментарии, о боже. Так, осталось 5 предметов, окей. Мне надо 6, пацаны, надо 6, чтобы
чтобы там все выпало новенькое. Кстати, ну я чекну, пассивки есть, если... А пассивок нет, ребята, если 6 предметов, то это все. Это просто лось Ауруму. Чтоб вы понимали. Шоу там тебе осталось много еще? Запомните, что Холдик будет делать в своем следующем... Сказки скрипнула. Друг, мне стало ясно теперь. Только потом уже не... Ну, нужно для справедливости рады, реально нужно прийти на мой видос, там посчитать, здесь посчитать. И короче, это все плюсануть и написать в комментариях. Нет, это правда, надо почитать, ребята. Потому что я без понятия, что там. Потому что мы уже немного обсчитали. Я все. Блин, я ну сейчас. Всего 4 эпика, да, в игре? Блин, да нихера себе ты там навыбивал. Да, вроде. Нихера себе ты навыбивал. Последний ящик, ребята. Последний ящик. Последний шанс. Последний герой. Последний видос. Готовы? И... Ах, жалко, не получилось. Блин, так же. Блин, опять испугался. Блин, а что, сколько гемов? 300 гемов? Блин, как назло, в магазине ничего нет. А у тебя сколько? Гемов? Да нет, за гемы не будем, слушай, нет, ну ладно. Я не знаю, у меня сейчас на аккаунте... Или что ты? Сколько на аккаунте? 99. Да ну, я не знаю, вдруг потом скажут, возвращайте гемы. Они не надо, скажут, блин, вы потратили наши гемы. Конечно, потом в суд. Если хочешь, можешь реваншик, если ты вдруг проиграешь по сути двух видосов, то ты можешь взять реванш какие-то за гемы. Реванш неизбежен, если я проиграю. Хорошо. Так, ну что, друзья, подписочка на канал, вы видели, что происходит на наши каналы, подписывайтесь, спасибо, кто поддерживал, не обижайтесь, если кто-то там обижался на байты, это все шуточки, но тем не менее, будьте с нами, смотрите, поддерживайте и пойдите посчитайте баллы в следующем ролике, либо у меня, либо у Аурума. Всем удачи, до новых встреч, пока. Пока, ребят.